Мне очень приятно, что очень много людей в нашем парке, в новом, обновленном, красочном. Я думаю, что все только-только начинается. Всем хорошего настроения. Таланты наши вы видели. Они неиссякаемы. Таких нету больше в России. Погода замечательная. Необычный формат сегодня на Рождество, народное гуляние. Конечно, это всегда здорово. Люди повыходили из своих домов, чтобы все вместе собраться и отметить эти замечательные новогодние праздники. Прекрасный день, тепло, весело, хорошо. Спасибо, что устроили нам такой праздник. Хотелось, чтобы у всех было счастье, здоровье, семейный уют, чтобы у нас была стабильность. И было все хорошо. И наш город расцветал, процветал в этом году как можно больше и лучше.